Всем привет, дорогие друзья! У микрофона вновь агент Фокс, и я продолжаю проходить Devil May Cry HD Edition. Что ж, ребятушки, продолжаем мы с вами двигаться все дальше и дальше. Это у нас уже третья часть прохождения. Вот, эта часть довольно-таки насыщенная. И чутка немного... Вот, немножко зафейленный, ребят. Да, ребята, в этой части вот я чуток зафейлился, но... ну, не поймите неправильно, я на самом деле, ребята, не погиб, ну чуть не погиб, ребята. Да, я чуть не погиб впервые за прохождение. Вот, меня чуть не прихлопнули. Как назло. Вот, да. Так, сейчас, ребятушки, вот, сейчас мы... Берем ключик, перед этим подготовим перчатки и брит. Ибо тут подлые враги плазма. Вот, да. Этих врагов называют плазма. И вот, я бы мог, конечно, попробовать мечом, а ластером их ударить. Но, к сожалению, это только им на руку. Вот, а ластер против них, ребята, бесполезен. Даже молния, если вы попытаетесь ударить, вот, то, поверьте, им этот... Им пофиг. Поэтому лучше, ребятушки, огнем. Вот, перчатками ифриты, ифриты этих плазм. Вот и все, ребятушки, все. Остался еще один враг в этом секторе. И все. Вот, да. Вот это, а последняя плазма я решил перестрелять из пистолетов. Да. И теперь вот все. Можно идти дальше. Так, я решил, ребята, немножко ускориться. Я решил, ребята, вот так вот и долететь. Да, этой двери. Да. Вот. И вот так же и здесь. Вот, да. Так, идемте, ребята, дальше. Так. Сейчас вот мы вот тут у нас зеленые орбы. Сейчас опять появится эта смерть с ножницами. Да. Так что да, так что готовьтесь, ребятушки. Будет интересно. А вот, ребята, кстати, вот она и смерть с ножницами. Вот. Да, да. Сейчас, ребята, я, как обычно, использую прием Инферн. Да. Да, тихо. Уворачиваемся. Ай. На тебя. Так, 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 так. Сейчас, ребятушки, просто получится. Ой. Да что ты будешь делать, опять зацепить? Да ё-моё, да что ты делаешь? Так вот, все ушатали. Отлично. Фух. Но меня, ребята, чуть не... Вот, я, точнее, когда прохо записывал, я, ребята, едва не погиб не здесь, ребята. Да, я чуть не погиб не здесь, дальше. Ближе к концу, ребят. Там вы увидите, ребята. Фух. Мне реально очень повезло, что я не зафейлился. Так, ну а что ж, ну сейчас, ребятушки, идем дальше. Ибо... Вот, дальше у нас впереди самое интересное. Вот, я, кстати, ребята, когда я чуть не погиб, я думал аптечкой воспользоваться, но я воздержался. Так, вот, фантом опять нас встречает. Этот полчерный берёт. И вот, судя по всему, мало ему было приключений несколько раз. Поэтому... Он, кстати, вот когда временами, ребята, он яростно пытается атаковать вас, ребята, пускай огненные шары. Так, сейчас, ребята, я решил сменить оружие, я решил подготовить ифрит, ибо тут, ребята, сейчас будут враги из четвертой части. Просто. Да. Эти вот просто, они тоже такие опасные, ребята. Так что не расслабляйтесь. Вот, реально, вот Маздай, это, ребятушки, реально невероятно тяжелый режим. Рекомендован только лучшим среди лучших. Или самым смелым, как я. И вот да, ребята, кстати, эта часть у меня коротенькая получилась. Вот. Меньше 20 минут, ребята. Ну, вы уж извиняйте, ибо... И некоторые миссии в этой игре на Маздай экстремально сложны, даже для меня. Можно взять, к примеру, вот 22-ю миссию, легендарная битва. Не буду говорить, что там, что это за миссия, ибо если вы играли в первый Devil May Cry, то вы сами, ребятушки, все знаете. Вот.
А сейчас, ребята, вот мы идем дальше. Вот этот предмет, который мы подобрали в предыдущей миссии Gilding Light. Вот он отнимает силу у владельца. У тех, кто его держит. Да. Поэтому да, ребятушки. Вот так что, ребята, не советую вам медлить. Да, не советую медлить, чтобы вставить этот предметик и избавиться от него, чтобы он не высасывал силы. Вот, насколько я вот знаю, ребята, вот я вот пока, ребятушки, насчитал три предмета, которые в серии Devil May Cry, вот я насчитал пока только три предмета, которые высасывают жизнь из персонажа. Это вот как раз-таки Gilding Light, вот в первой игре, вот Evil Heart во второй Devil May Cry, ну и, конечно, вот еще в третьей Devil May Cry. А, это неогенератор, мощный неогенератор, вот. Который, если вы смотрели мое прохождение за Данте, вот третий DMC, то вы наверняка знаете. Так, а сейчас, ребята, у нас сюрпризик ждет. Вот я решил заранее приготовить Nightmare. Вот Nightmare Beta. И сейчас, ребята, смотрим кат-сцену. Ну что ж, ребята, сейчас нам нужно опять победить Фантома. Но это, ребята, вот, он больше, конечно, не будет нас преследовать в узких помещениях. Но, ребята, это еще не последняя встреча с ним, мы еще его увидим. Но это будет, ребята, не скоро. Вот, да, поэтому да. Так, сейчас, ребята, я решил пальнуть его из Найтмара. Так, давай, уворачивайся. Вот засранец, а. Не знаю, как такое вышло, вот почему огненный шар не нанес ему урон. Просто видите, ребята, этот босс вот как-то на зло ставит блок. Поэтому да, ребятушки, вы уж мне не сердней обессудьте. Так, на тебе по лицу. Так, ай-яй-яй. Так, он из-под земли задумал меня достать, но не вышло. Вот, да. Так, сейчас, ребята, я тоже решил пальнуть у него из Найтмара. Так, тихо-тихо-тихо. Так, ай-яй-яй. Блин, сколько хп он мне снял. Вот это я, конечно, зря. Вот я вовремя не отпрыгнул. Точнее, не прыгнул. Просто понимаете, ребята, вот атаки с воздуха можно прыжком вывернуться. Так, вот так он этот огненным шариком меня задел. Сейчас он с воздуха попытается отправить шары в воздух, чтобы достать Данте. Но я его обломал. Так, тихо. Ну вот, ребята, видите, ребята, если вы не успеваете вовремя прыжок совершить, чтобы увернуться от его атаки босса с воздуха, да. Вот, используйте Nightmare, чтобы выиграть немного времени, чтобы вот Фантом не достал вас вот во время приземления. Так, сейчас ролик, ребята, смотрим. Ну вот и все, ребятушки, победили мы Фантома опять.
Но это, ребята, еще не последняя стычка с ним. Мы его еще увидим, но уже, ребята, в качестве мини-босса. Да, в качестве мини-босса мы его увидим. Да, и вот... Да, там в качестве мини-босса он будет не такой живучий, как в случае с обычным боссом. Да. Так, ну что ж, ладненько, ребятушки. А сейчас вот, ребята, мы с вами опустили мост. И вот в этой части, ребята, мы просто покинем, ребята, замок на какое-то время. Да, и вот повторюсь, ребята, я в этой части чуть не погиб. Вот почему, сейчас вы, ребята, узнаете. Вот, да. Поэтому так, сейчас, ребята, используем трезубец, который мы нашли наверху. Вот, чтобы открыть ворота. Да, чтобы открыть ворота, ребята, вот, чтобы решетку открыть. А не то иначе, ребятушки. Вот, да. Вот, у нас будет лимит времени, чтобы опуститься назад и... так, вот тут, ребята, извиняйте, я не туда побежал. Так, ай-яй-яй, ай! Вот, ребята, вот видите? Этот фетиш мне сквозь стену меня достал, засранец такой. Реально, это было опасно. Но, тем не менее, ребята, я жив. И на этом я, ребята, пока с вами попрощаюсь. С вами был, как всегда, я, Агент Фокс, и мое прохождение Devil May Cry HD. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на канал, прокомментировать, поставить оценки, ну и все такое прочее. В общем, ребята и девчата, на этом все, пока. Пока. Увидимся в следующей части.